Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по проекту, который находится на пристарте 9X онлайн. У меня на ютубе залито несколько видео, друзья. Это одно, второе, третье. Берите любое, какое вам понравится видео, заливайте себе на YouTube и приглашайте партнеров. Только не забудьте поставить свою реф-ссылочку. Проект, друзья, находится на пристарте. Минимальный вход сюда $1.5. Здесь есть видеопрезентация. Кликните, посмотрите также. Телеграм-чат проекта. Ссылочку на чат я оставлю также в описании под видео. Можно, естественно, присоединиться, будут вопросы, и задавать вопросы. Вчера был вебинар, я послушала. Если я найду ссылочку на вебинар, я залью его на YouTube. Через 5 дней старт проекта назначен на 23 февраля. Регистрации уже более 6000 человек. Конечно же, это много. Но здесь это все можно почитать. Также маркетинг-план, вопросы-ответы, контакты, документы. И это все можно посмотреть. При регистрации мы указываем платежный пароль. Вот, так как он нам нужен будет. Значит, когда я зарегистрировалась, здесь вообще ничего такого не было. Как бы сейчас вот появился функционал. Не все еще работает, но открыты пополнения. Сразу же на домашней страничке у нас находится, друзья, партнерская ссылочка для приглашения. Я хочу пополнить баланс на $1.5, чтобы быть готовым к старту. Значит, это мой кабинет. Вот это вот страничка наша. Дни в проекте, всего реферала, структура заработана. Ну, конечно же, еще все по нулям. Здесь вкладочка «Пополнить», «Вывести», «Перевести». И здесь у нас вкладочка «Моя команда». Здесь буду отображаться у вас я. И здесь вот наши партнеры. Здесь вот можно кликнуть на плюсик и посмотреть, кто кого приглашает. И также вот на каждый плюсик. Далее мой кошелек. Здесь у нас вкладочка «Всего заработано», «Пополнено», «Выплачено», «Переводы», «Отправить перевод». Ну, вот как бы также наша статистика. Раздел уведомлений еще недоступен. Контакты для связи — это у нас, если нужно будет отправить вопрос в поддержку. Так, далее. Настройки. Самое важное. Можно установить аватарку. Кликните, выбрать картинку. У вас станет аватарка. Прописываем реальное имя, фамилию. Можно сюда кликнуть, вставить свою социальную сеть. Телефон, Телеграм, Вибер, WhatsApp, ВК, Скайп и Фейсбук. Я поставила ВК, так как я чаще всего бываю ВКонтакте. И сменить пароль при необходимости, прописать платежные реквизиты. Значит, для чего вот нам нужен финансовый пароль, который мы указываем при регистрации. Сюда везде мы будем вставлять финансовый пароль. Прописываем платежный, ну, номер кошелька Payeer. Сюда прописываем платежный пароль, финансовый пароль. Нажимаем «Сохранить». Если вы забыли свой платежный пароль, финансовый пароль, можно его сгенерировать. Кликайте сюда, и вам на email-адрес, на почту приходит финансовый пароль. Также можно установить Google защиту. Ну и почту при необходимости, если захотите, можно будет сменить. Измените. Значит, я хочу что? Я хочу пополнить на $1.5. Так как минимальный вход сюда $1.5. $1.50 ставлю. Пополнить.
перебрасывать на платежную систему. Выбираю рубли. Это в рублях 117 рублей. Я считаю, эта сумма небольшая. Подтверждаю. Далее. Иду на почту. Сейчас я все делаю, как видите, в режиме онлайн. Копирую. Так, не сюда. Войти. Далее. Подтверждаю. Окей. И меня перебрасывают обратно в кабинет. Вы совершили платеж ПР. Как только средства поступят к нам, баланс будет автоматически обновлен. И как видим, у меня на балансе сразу же $50. Кнопочка активации должна быть доступна сегодня. Нужно вот будет смотреть 20:00 по московскому времени. Так что пополняем заранее, чтобы потом на самом старте, знаете, как это все волнительно. И вот, чтобы быть готовым к старту. Приглашаю вас в проект, конечно же, проект суперский. И, друзья, присоединяемся в чат. Здесь вот и голосовые сообщения. Вот, как бы, чтобы быть в курсе событий, конечно же. Ну что, я пополнила. Сегодня вот я вечером буду заходить и смотреть, есть ли здесь кнопка активации. Вот. А так как писали в чате, я читала информацию, что должна появиться сегодня 20:00 по Москве, по московскому времени. Всем удачи, больших заработков. Берите видео, заливайте на YouTube, какое вам понравится. Хотите все три. Это не, как бы я тоже заливала. Вот. Это не запрещено. И приглашайте партнеров. До новых встреч!